В концентрационных цепях оба электрода идентичны как по физическому состоянию, так и по химической природе участников окислительно-восстановительных процессов. Они отличаются только концентрацией компонентов окислителя и восстановителя. Источником электрической энергии является разность свободных энергий гипса, обусловленная различными активностями одних и тех же химических компонентов. Концентрационные цепи можно приготовить из амальгам разных концентраций в одном и том же растворе. Из одинаковых электродов первого, второго или третьего рода, находящихся в растворах разной концентрации. Из одинаковых газовых электродов, работающих при разных давлениях газов. Различают концентрационные цепи без переноса, то есть без границы двух растворов, и с переносом, когда имеется такая граница.